Ой, как мне здесь нравятся домики. Прямо на берегу моря. И как я прошлый год узнавала, не такая уж здесь и высокая цена на них. Хотя не знаю, как в этом году. Как мы ее такую, ночная красавица называем цветок. По крайней мере у нас. А здесь вот такая вообще красота разбита. Эх, жаль, нету номера телефона. Здесь тоже кормят котиков. Вот, посмотрите, здесь тоже корм. Вот, так что он, скорее всего, и прибегает и оттуда сюда, этот котик. Ой, и ступеньки, красота, проход такой. Друзья, номерок. Номерок 8-928-424-37-30. Ой, какой домик великолепный. Так отделано все красиво, друзья. Ой, куча ракушек. И вот такие виды из окна. Как вам? Калитки закрываются на ключ кодовый. Ах, какая красота! Ой, туда жилье проходит. Сдаю жилье, друзья. Еще телефончики. Записывайте. Вот она, калиточка, я так понимаю. Свежий заборчик сделали. Конечно, его же, небось, зимой штормом разбило. Сделали свежий. Прям навьё. О, здесь вот заливают опалубку новую. Видите? Уже арматура проложена. Так, лежаки, зонтики, трубы такие. Стекло какое-то разбитое, не стекло. Сдается жилье, друзья. Еще телефончик вам. Вот он. 919-742-30-38. Так, это как летняя веранда здесь. Беседка. Старый телевизор. Так, здесь вот тоже жилье сдается. Спасибо, что выбрали нас. Апартаменты у моря. 8-918-308-89-17. Лена. И здесь вот апартаменты. Морюшка. И здесь пройдем тоже, заснимем жилье. Наверное, все занято, потому что висят вещи, сушатся. Улица Адоевского, 97-6А. Сдаются двух-трех. Телефончик 918-08-91-13. И вот он, номер телефона для... для бронирования, если захотите. И вот такие номера сдаются, друзья. Звоните, вам расскажут. Вот она тоже гостиница. Меня привлекала она. Тоже я хотела было здесь забронировать. Нашла и телефон. На просторах интернета очень доступно найти номер телефона вот про это жилье. Но меня смутило то, что рядом с железной дорогой будет все слышно. Но
по нашему сегодняшнему жилью, я так уже не скажу. Они ставят хорошие окна, и ничего не слышно. Здесь вот имеется даже вот такой небольшой ларек. Железная дорога. Прохода сейчас здесь нет. Кулинария имеется. Так, есть интересно сейчас проход вот здесь, чтобы мне снова выйти на пляж. А когда-то мы, помню, очень резво прямо с поезда бежали в свой гостевой дом. Да, можно пройти. Столовая имеется, посмотрите, друзья. Гостевой дом Алана это называется. Посмотрите, какие красивые номера с балконами. Класс! Вообще, записывайте номер телефона. Алана называется. 8-988-165-0072. Голливуд будет к вашим ногам, друзья. Голливуд. И телефончик. А вот он еще котик, которого мы сейчас покормим. Котик, мы тебя сейчас покормим, малыш. Сейчас. Зайка, мы тебя покормим. Давай, на досочку, на деревянную хочешь, да? Малыш. Ой, на деревянный быстрее размокнет он. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Иди сюда, на. Кс-кс-кс-кс. На, будешь? Ой, ты ласковый какой. Ай, ты какой ласковый, малыш, хороший, хороший зайка, кушай. Вот и наешься, давай тебе побольше дам. Вот так вот ешь. Приятного аппетита. Здесь есть вода, друзья. Вот вода налита. Он прекрасно попьет. Всего приятного тебе аппетита, котик. Котик, приятного аппетита тебе, красавица. А мы с вами идем дальше, друзья. Посмотрите, какое жилье у моря. Так, в гостях у Лены, с тобой Лена, нам море по колено. С любовью, твои друзья. И телефончик 918-308-89-17, друзья. Запоминайте. Апартаменты у моря. Еще, друзья, запоминайте 918-08-91-13. Сегодня приду прям сразу. Перекопирую все в телефон. Как вам клумбочка? Такими мордочками смешными. И даже здесь шелковица вот падает. Будет у вас вкусняшка здесь. Вот. Дворик с балконом, друзья. Там тоже апартамент. И мы с вами снова выходим к морю. Видите, как красиво отделали бордюрчик. Нет номерочка телефона здесь. Я же кругом обошла. Нет, не вижу номера телефона.
идем дальше. И перед нами вот такой огромный, красивый дом у моря. Когда-то квартиры здесь и по 7 миллионов продавались. Сейчас, конечно же, таких цен нет. Кто успел купить жилье у моря, тот успел. А кто не успел, они подорожали. Говорят, буквально в 5 раз. Буквально в 5 раз. Ну, не на все, конечно, жилье, наверное. Но на хорошее жилье это точно. Здесь вот, друзья, тоже жилье, я так имею в виду. Туалет вот написано, а может быть просто. О, какая красота! Сан-Марино! Счастливые люди купили здесь себе жилье у моря. Огромное, огромное сооружение. Так, дракоша. Прошлогодний-то интересно. Посмотрите, плитку сделали новую. Видите, как отличается новая и вот старая. Потому что ее вот эту вымыло. Видите, старая и новая. Здесь кусочек весь новенький, друзья. Лавочки сделали вот такие. Посадили цветочки. Вот такая пальма здесь. Продажа апартаментов. Имейте в виду, если у вас есть денежки. Узнайте, сколько стоит. Так, какая-то кафешка. Кстати, друзья, тоже вон там сдаются номера с удобствами. 938-450-0750. Знаю я про это жилье. Очень тоже хорошее. Люди уже завтракают, сидят. А я их снимаю. Вот самбука. Самбука. Этого вот здесь, когда был шторм, друзья, ничего не было. Видите, это все заново отстраивают. Шторм все здесь раздолбал. Вот помню, что был самбука, клуб. А вот где, на каком месте именно, я не помню. Друзья, Адам и Миша, подскажите, в каком именно месте был клуб самбука? Посмотрите, какие сделали. Здесь были балясины, а сделали, видите, как монолитом вот такую. Очень удобно, можно посидеть вот на таких штучках. Очень удобно. Так, здесь вот имеется тоже такое кафе. Здесь делают пиццу. Ну вот, посмотрите цены. И что с этой стороны? Хачапури по-аджарски, хачапури по-мегрельски. И мангал еще есть, да? Угу. Спасибо большое. Угу. Так. Ой, друзья, я люблю вот это место. Люблю вот это место, вот прям вот от прибоя до морской звезды. Любимое мое место, любимая моя набережная. Растопырка, пальма. Солнцезащитные очки. Посмотрите, как хорошо сделали, друзья. И посидеть, и цветочки.
и деревянные настилы. А вот он, ржавый пирс, рыжий пирс, как хотите. И сидят, ловят рыбку рыбаки. Пляж у судоверфи. Бар «Пират». Вот его помню. Тогда самбука когда была? Вон туда, может быть, там самбука дальше. Вот он. Известность известная. Часы работы, друзья, с 18 до 3. Вот такая детская еще здесь горочка, развлекалочка детишкам. Да. Садко. И тоже имеются цены, друзья. Можете посмотреть. Сеть ресторанов. Даже есть вот с хрустящими баклажанами, 550 рублей салат стоит. Требуется МС-ведущий, официант, посудомойщица. Это Crazy Bar, да, теперь называют. Может быть, вот здесь самбука была? Вот такая пушинка гуляет. Смотрите, какой бар. Какие столики, стулья. Приходите сюда, отдыхайте, друзья. Crazy Bar. Столики. Вот такие диванчики, друзья, для вашего отдыха. Боже мой, это самбука. Вот она самбука. Видите, какая она? Самбука. Ничего, ничего. Ничего не надо. Бдительные уборщицы, друзья. Уборщицы очень бдительны бывают иногда. Так что... О, какая красота. Посмотрите, товары из Индии. Вы только посмотрите на эту красоту. Это вот в их стиле, стилистике все вот это сделано. Как красиво, однако. Но они не понимают, уборщицы, что есть блогеры такие, которым все интересно и все надо. Индийский чай, бижутерия, браслеты, благовония, аромалампы, индийский чай, аюрведа, поющие чаши, одежда из хлопка. Йога утренняя. Занимаетесь йогой? Смотрите, спуски какие и подъемы. А это кафешка. Помните ее? Цунами разгромил. Ну и начинают открываться утренние, самые ранние торговые точки. Кафе «Нептун» с
столы занимать только с продукцией. Убирают, готовят для вас, друзья. Столовая. Шашлыки здесь имеются. Посмотрите. Должны увидеть. И вот такая столовая. Запотевшее все. Видно? Холодненько. Пельмени 180. Подливочка из говядины, гуляш 150. Вообще. Шпажки куриные. Кафе «Нептун». Вот, можно и позавтракать в этой столовой. Видите, как рано работает? Очень удобно. И прям гуляш такой очень аппетитный. Мне прям его внешний вид очень понравился. Я люблю именно такой гуляш из говядины. Посмотрите, вот когда достроятся данные номера, почему-то уже какой год и никак. Как же жалко. Почему? Если кто знает, напишите. Почему они еще не запущены, не введены в эксплуатацию и не продаются отдыхающим номера у моря? Такие классные, с балконом. Вообще просто VIP, просто VIP места данной гостиницы, друзья. Имейте в виду, здесь медпункт имеется на этом пляже. Пляж Гренада. Видите красный крест на белом фоне? Вот как-то так. Причал. Кафе «Два капитана». И требуется мини-отель «Арман». Друзья, и телефоны 918-303-44-15, 918-911-41-18. Столовая «Арман». Хорошая столовая. Мы сюда ходили. Рекомендую. Так. Меню. Можете посмотреть цены. Все одно и то же. Пронто. А это пицца-роллы пронто. Тоже здесь вот такие имеются. Кофе. Улица Социалистическая. Мы еще по ней пройдем, друзья. Мы сегодня с вами цель поставили пройти по пляжу, по набережной. Вот детская развлекаловка какая. Прикольная. А вот он и пляж Гренада. Тоже любимое место обитания шарика зимой. Видите, куда причалили катера? Первый раз я вижу их здесь. Вот как-то так. Людей много уже с утра. Афипское пиво. Раньше здесь был другой магазин. Донское, по-моему. Друзья, у меня села батарейка, поменяла. И мы с вами продолжаем у магазина экзотических подарков. Дальше здесь кафе «Приват» находится. Можете посмотреть цены на их продукцию. Работает с 9 до 24. Свиная шея 220, корейка 200. Кафе
преград. Также здесь рядом находится вот такая столовая. И цен нет. Написано только продукция, а цен нет. Столовая называется «Черноморская чайка». Не знаю, не пойду цены смотреть. Сюда не вывесили, не пойду. Так. А? Ступенечки. Их в этом году, видите, в черный серый цвет выкрасили. Какие ступенечки, я их просто обожаю. Так, посмотрите, Эндоденс, сколько стоят их услуги. Один человек 900 рублей, 2303. Ну и чем больше людей, тем дешевле. Да, вот такая вот установочка. Пивное изобилие, фирменный магазин. Чебуречная номер один. Уже вижу, открыто. Спасательный пост. Здесь и пиво, и чебуреки к вашим услугам. Набережную здесь, я так поняла, уже вымыли. Очередная кафешка. Требуется официант. И такая вот замечательная продукция у столовой имеется. Чебуречки, выпечка, салатики. И цены. Салатики вот есть. Вот, пожалуйста, цены. Не скрывают, пожалуйста, вашему вниманию. Все цены. Кофе на песке. Вот такие расценки. Шашлычная. Гостевой дом «Маяк», кстати. Шашлычная номер один. Новые клумбы, я так понимаю, видите, привезли. Вот их расставят, посадят цветочки. И будет красота. Вот уже начинают сажать цветочки. Видите, какие прикольные. Герань посадили. Как-то ее еще называют, эту герань. Мне нравится ее запах, друзья, если честно. Нравится. Вот цветет она уже. Камушков насыпают и немножко, наверное, земли. Мусорки раздельные, нераздельные, не знаю, ничем не обозначены. Ладья, улица спортивная, наша любимая, качелики. Посмотрите, как выровняли пляж здесь, друзья, грейдером, все ровненько. Вот она, улица спортивная.
Доставка Market, гостиница Best. Как красиво. Люди завтракают. Цены вам, друзья. Столовая, виноград. Меня спрашивали здесь цены тоже показать. Они у них, я понимаю, ну, как всегда здесь. Сначала салатики, окрошечка, шуба. Первое и второе, вот цены. Пожалуйста, смотрите, приближайте. Супы, горячие блюда. И вот так вот все аппетитно у них здесь выглядит. Сейчас идет завтрак, поэтому блюда вот такие. Очень красиво. Друзья, ролик получится длинный, поэтому прошу вас оценить мои труды лайками и комментариями. Также здесь вот имеется тоже такая булочная. Очень красивая. Пробовали всю эту продукцию. Очень вкусная. Всегда свежая. Спасибо. Очень у вас вкусно. Так, друзья. Представлено сокращенное меню. Заходите в гости до полного ассортимента. Вот, можете пройти и получить более подробную информацию. Так. Здесь также шашлык, пиво, коктейли. Так, отель или гостиница? Отель, правильно сказал. Шторм. Шторм. Караоке. Сопрано холл. Какая гостиница? Вы будете, друзья, в курсе всех событий. Южная виски пола. Кафе, столовая, цены можете увидеть. Его перекрасили, он стал серенький. Отреставрированные грифоны. Также с ними нужно сфоткаться. Продолжаем, друзья. Лион. Блюдо на мангале в каком пляжном доме. Что у нас самое дорогое? 550 семга и креветки тигровые. Нет, баранина каре самая дорогая, 650 рублей за 100 грамм. Ой, вот это цены. Ну что там 100 грамм, 650 рублей. Ой, пляжный дом. Так, здесь спа. Спа рыбками. Что еще хочу сказать? Бесплатный туалет имеется. С 8 до 20 время работы. И туалет для инвалидов. Для загара морковный сок имеется.
И вот такая инсталляция для фото. Сейчас мы это дело сделаем. Сначала вот так. А этот туалет уже платный, друзья. Так, это на Павлова 3, гостевой дом «Дельфин». Интересно, есть у них номера телефонов? Имеются, пожалуйста, друзья, запоминайте. 8-928-449-4590.